Я снова приветствую вас на канале «Встречное мнение», дорогие друзья. Благодарю всех, кто подписывается, оставляет комментарии и, в общем-то, лайкает наши видео. Сегодня у нас шикарная будет программа, короткие выпуски. Эти коротыши, мне они начинают нравиться, я думаю, вам тоже. И мы сегодня расскажем о консервах КГБ, и вы услышите о Ходорковском, о Синдеевой, о Познере и, впрочем, о многих людях, о которых вы, наверное, не думали, что такое можно услышать. Даже вспомним Березовского, а расскажет нам об этом известный политолог независимый из Соединенных Штатов Америки Роман Юнусов. Итак, чтобы не быть голословным, слушаем, что он нам говорит. Что касается... Позвольте категорически с вами не согласиться. Это не оговорка была, это целенаправленная политика телекомпании «Дождь». Вы должны интересуетесь, чем они занимались все эти 30 лет. Ну, я имею в виду все 30 лет после развала Советского Союза, а «Дождь» не 30 лет назад развался, то есть когда они появились, да? Я имею в виду во времена режима Путина. Во времена режима Путина они обеспечивали информационное прикрытие, либеральное прикрытие этого системы. Вот вы меня спрашиваете про идеологию. Они были вписаны в эту идеологическую машину. Посмотрите, кто там выступал. Помимо того, что выступали якобы какие-то либеральные представители, якобы либеральной оппозиции, с другой стороны, там выступали представители этой власти. Они из Медведева, здесь на Западе, сделали реформатора. И «Дождь», и «Эхо Москвы», и все те, которые вокруг были. Они создали вот эту тусовку, типа Чубайс, типа Кудрина. Вот они всех их создавали. И именно они их проталкивали туда, на Запад. Таким образом, а вы говорите, от того, что кто-то сегодня рвет рубашку за Украину, это что, вы сразу делаете вывод, что они именно на самом деле за Украину? Многие из них просто оказались не у кормушки. Многие из них сегодня работают и как консервы за границей, как вот, например, тот же Познер, да, своим заявлением. А посмотрите, телекомпания «Дождь» за год этой войны, какие тезисы проталкивала в первую очередь по поводу шенгенских виз, по поводу даже вот это скандальное письмо с олигархами, там 9 подписантов. Кто из них один подписант? Наталья Синдеева. Понимаете, это все не просто так. Поэтому вы должны, это моя работа, я это довольно хорошо знаю, я старше вас, я 35 лет большой политики, понимаете? Я этих всех, надо знать идеологическую машину врага, так сказать, оппонента твоего. И ты должен знать, как это делать. А вот вам, вы говорите, как, значит, если звезды зажигают, значит, это кому-то надо, да, как сказал поэт. Понимаете, это для того их и зажигают, для того их делают таким, чтобы создалось впечатление, вот как вы говорите, да, да, они как будто бы либеральные, как будто бы они хорошо говорят. Я почему это так хорошо знаю, вот грубо говоря, смотрите, 2 года назад, вот вы говорите, телекомпания «Дождь». Телекомпания «Дождь», «Эхо Москвы» 2 года назад, и Познер, и вся вот эта российская тусовка поддерживали Армению в войне с Азербайджаном, в 44-дневной войне. Чем отличается, возникает вопрос, простой элементарный вопрос, чем отличается НКР, так сказать, да, Нагорно-Карабахская республика, как они называют, от ДНР, ЛНР. Чем отличается от Южной Осетии, от Абхазии? Чем отличается от Приднестровской, так называемой, тоже республики? Да? Это все одна и та же тема кукловода на Лубянке после 91 года. И теперь они там проталкивали эти тезисы, российские нарративы, наравне с Соловьев, Скобеева, Симоньян, вот эти все. 2 года назад, да, это все в интернете есть, 21 век. Откройте, посмотрите, что они говорили. Латынина, Пьянковский, Ходорковский, Каспаров. Все они говорили все то же самое, что говорили Соловьев, Скобеева. Здесь их интересы совпали. А почему они совпали? Задайтесь этим вопросом. По той простой причине. Армения, она находится под протекторатом сегодня, по сегодняшний день. Да, там и база России, и ЕС, и они в ОДКБ, и в Евразийском Союзе. А Азербайджан ушел под зонтик той же Турции. Мусульмане, исламофобия, тюркая, это все другой вопрос. Да? Самое главное, Азербайджан уходил. Поэтому, естественно, они поддерживали в этом вопросе. Теперь, что касается Украины, а что они сегодня вдруг запечатали? Какая разница между Донбассами? А потому что начинаем интересоваться, кто там. И выясняется, вот это последний скандал. Кто поддержал это письмо? Кто инициатор этого письма? Ходорковский. А кто привел Путина к власти? Ходорковский, Березовский и все другие, да? Бандиты с большой дороги. А сегодня Ходорковский дает себе моральное право обращаться к Западу. Обращаться к Западу в плане того, что сегодня надо освободить других каких-то жуликов, таких же, как я, которые, они честные, они не поддерживают этот режим. Назовите мне одного олигарха, который заработал свои деньги, миллиарды, сегодня вне желания этого режима.
Просто Ходорковский с Березовским не договорились с Путиным. Он не захотел себе компаньонов в этой власти. Одного посадил в тюрьму, другой убежал. И непонятно, чем кончил. Значит, Березовский такой же честный, как Ходорковский. Да, коль он умер вот так, непонятно. Да, то есть его убили, даже если представим, что он тоже честный человек. То есть моральных авторитетов мы сегодня жуликов делаем. То есть и темы демократии. Вот недавно. Это я так образно говорю. Ну вот, друзья, даже не знаю, что вам и сказать по этому поводу. Ну, вы все слышали вместе со мной. Я думаю, стоит сделать выводы, дорогие друзья. Не забывайте подписаться, поставить лайк. Ну и если вы не согласны с этим, давайте пообщаемся в комментариях. А я на этом с вами завершаю этот выпуск, дорогие друзья. И, в общем, до новых встреч. Смотрите, у нас там и про Познера, и про все-все-все коротыши, а в это время. До встречи, желаю вам успехов и мирного неба.